Всем привет, кошечки, зайчики, девочки и мальчики. С вами я, Ангелина. Всех приветствую на своем канале. У меня сегодня простой такой мукбанг. Ну, простой, но очень вкусный. В общем, я приготовила рис, сварила с курицей. Курица с овощами. Это у меня бедра, филе бедра. В общем, и сегодня я сделала салатик. Я не знаю, из того, что было, то я и слепила. У меня была морковка корейская. В общем, банку фасоли я бахнула красной. Вот такой салатик получился. Потом обжарила куриное филе, кубиками порезала. Добавила еще два помидора свежих, зубчик чеснока, немного укропа и немножко майонеза. В общем, интересно, что за салат. Так, давайте я попью. Я сейчас только что прислала с магазина. Это у меня компотик. Компотик сливовый. Что-то в этом году очень много сливы. У всех. И все эту сливу раздают. В общем, маме там знакомые дали ведро сливы. Она мне принесла. Ну, мы поели, я еще, короче, компот сварила. Холодненький, вкусный домашний компот. Сахара много не ложу. Оно это, чтоб натуральный был вкус. Не сахарю. Так, хочу попробовать салат. Что я тут намутила? Еще, кстати, можно, наверное, сухарики. Я не знаю, есть ли такой салат рецепт. Это очень вкусно, правда? Во, попробуйте. Я уже вчера думаю, что готовить, как всегда, знаете, дилемма такая, что приготовить. Всем приятного аппетита, что-то забыла сказать. Думаю, сделаю-ка я рис сварю. У меня тут куриное бедро без кожи. Морковь, лук, потом, ну, обжарила все, болгарский перец один помидор, немножко водички добавила, протушила, и получилась вкусненькая такая подливочка к рису. Плов что-то не хочу, захотелось просто вот риска. Только что сейчас пришли, с Дашкой ходили в Чижик. Ну, мне надо было в фикс-прайс зайти. Вот. Там в этом Чижике, я говорю, у нас сахар дешевый, бабки разметают. И, представляете, стоят там целый день. Пасут, когда привезут этот сахар. Я сейчас зашла, они там сидят уже. Чуть ли, знаете, там скатерть не накрыли уже, чтобы обедать, не отходя, как говорится. Ну это вообще, это ужас, просто это маразм. Берут там этот сахар и налетают, как сумасшедшие. Из-за таких вот цены поднимают. Я говорю, когда вот коронавирус начался, вот эта соль была. Вчера, знаете, у меня муж такой, ну я уже, короче, легла, я рано ложусь. Потому что в школу муж звонит. Смотри, говорит, сейчас будет этот президент выступать и мобилизацию объявляют, короче, в России. В 10 часов. Я вчера смотрю, нифига нету. Не было обращения. Потом, сейчас домой иду, мама тоже мне звонит. Вот. Знакомые там мобилизацию, это сказали, что объявил. Там сегодня в 10 часов утра, оказывается, было обращение Шойгу и Путина. Ну, я смотрю этих аналитиков в Ютубе, там последние новости, нравится мне один там человек. Ну, в общем, сейчас посмотрела, оказывается, мобилизация не для всех, а только для военнослужащих, в запасе которые. В общем, сейчас только об этом все гутарят.
У меня Даша сама со школы приходит домой. Так вкусно, вот простой рис. Я вот, когда рис варю, я его не солю, а добавляю бульонный кубик. Или сыпучая приправа, вот это есть такая. Там букет трав или букет овощей, короче, не помню. И вот рис такой вкусный получается. На гарнир. Короче, Дашка у меня уже сегодня третий день, да, сама со школы приходит. Даже научилась уже, она боялась на лифте ездить. Сейчас уже не боится. Ну, правильно, мы когда ходили к психологу, когда в школу вот поступали, психолог сказал, видно, что вы типа за ней так печетесь, типа давайте ей больше самостоятельности. А у меня муж такой, вот ты, что ты ее не встречаешь? Обленилась, не встречаешь, я говорю, в смысле обленилась, короче, начал мне там что-то, пытался, короче, поворчать. Я говорю, я ребенку самостоятельность даю, я научила ее дверь открывать ключами. Его не поймешь, сам же иногда говорит, вот, надо ребенку, чтобы он самостоятельный, чтобы дома оставаться не боялся, приучать. А сам, а что ты, это твои обязанности, ходи ее встречай, я говорю, я ее провожаю утром. У меня сложилось впечатление, просто ему уже поворчать охота, домой скоро приедет. Поэтому ворчит. Устал на вахте. У меня в муже вообще все. Все отлично. Прекрасно. Все умеет. Дома и интернет сделайте, машину почините, прибить еще, все что угодно. Деньги зарабатывает. И не изменяет, и не пьет. Где-то с друзьями не шляется. Но есть в нем косяк такой. Что он поворчать любит. Ну, я уже привыкла, я знаю. Его же не так мало живем. Что лучше не перечить, когда у него нет там такого настроения, лучше промолчать. Не знаю, все мне кажется, без настроения, когда или... Я сама, знаете, не подарок такой с характером. Тоже и поспорить люблю. Тем более я козерог по знаку зодиака. Что упертая такая. Ну, знаете, я вот не лезу. Вот если я не знаю, например, даже вот если спорить, если я о чем-то вот не знаю, если я не разбираюсь, я не буду спорить. О том, о чем я не знаю. Есть такие люди. Каждой бочке затычка. Салат вообще вкусный. Сейчас сын придет, заценит меня. Продегустирует. Вот так вот женщины быть, вечно думаешь, думаешь, чтобы приготовить. Вот это, я не знаю, мне кажется, у многих женщин такая вот эта дилемма в голове. Особенно вечером. Я вот перед сном думаю, что завтра приготовить. Фиг голову сломаешь. Мужчины же думают, что так легко все.
Объедение. Давно я рис не кушала. Знаете, вот гречку. У меня гречку, вот я не скажу, что я так прям люблю. Больше всего картошку люблю. Но картошку тоже часто есть. Еще на гарнир хорошо делать булгур. Но у меня вот Дашка его не очень любит. Хотя это, знаете, такое смесь риса с перловкой. Что-то вот вкусно. А как на перловке сварить? Всегда беру перловку в пакетиках, очень удобно. Одного пакетика на двоих за глаза. Ой. Все. Прогулялась, и у меня еда залетела просто на ура. Все, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайчочек, не забываем подписываться и писать комментарии. Всем спасибо, всем пока-пока.